Исправляю косяки криворуких рукожопов. Отвалился плинтус напольный из дюрополимера. Оказывается, эти гении приклеили его на полиэтилен. Вот здесь видите следы обычного клея, типа жидкие гвозди. Мало того, что его нельзя использовать на профиле, который не обладает адгезией. Так тут еще сверху слой полиэтилена защитного был на этом профиле. И они, недолго думая, туда же шлепнули. Естественно, скоро это все отвалилось. Вот сейчас отскребаю полиэтилен и буду заново все переклеивать. Две ошибки. Первое. Нельзя клеить на полиэтилен, потому что это инертный материал. Он вообще редко к нему что приклеивается. И во-вторых, вообще это пленка, да, которая отдирается. И нельзя использовать жидкие гвозди. Нужно только специальные на основе смол использовать универсальные клея. Если поверхность не обладает адгезией. И вот что получилось после того, как плинтус я заново приклеил и покрасил. Теперь он здесь как новенький.